появилась проблема, приходите, поможем. Так была построена работа специалистами из Ленинского управления социальной защиты населения, управления опеки и попечительства и отдела по защите прав несовершеннолетних. Мы собрались здесь сегодня, чтобы это было как бы удобно, да, чтобы не ходить по службам, и человек мог получить консультацию как бы оперативно, да, не ходя там по всем инстанциям. Такую оперативную консультацию получила и Флюра Авдеева. Как у приемного родителя 18-летнего подростка, у нее встал вопрос о получении жилплощади для ребенка-сироты. Флюра обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека и сегодня пришла только для того, чтобы выразить благодарность, так как ее вопрос уже решен. С людьми надо разговаривать, людям надо прояснять ситуацию. Законодательные органы и исполнительные органы не всегда имеют физическую возможность на большой аудитории часто говорить, потому что приемные родители – это, как правило, не совсем молодые люди, и с памятью уже плохо, и со здоровьем плохо. Жилищные проблемы, административные правонарушения, юридическая, материальная помощь – в этот день любой вопрос мог звучать в стенах этой приемной. Каждый, обратившийся за помощью, получал консультацию и направление для дальнейшей работы. Вот нас в первую очередь заботят дети, чтобы ребенок всем был обеспечен, вот, чтобы родители предъявляли за ним заботу. Помощь здесь и сейчас, главное не оставаться безучастным. Кроме того, прием населения Олег Мурашов, уполномоченный по правам человека в Ленинском районе, проводит два раза в неделю. Школьная 17. Екатерина Чернышова, Алексей Ильин, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.